Всем привет! Вы на канале Просто Детки. И у нас сегодня обзор игры Shadow Fight 3 часть. Наконец-то она вышла, немного я пропустил ее выход, но я думаю, я все наверстаю. Выбираю себе персонажа мужского. Не знаю даже, кто больше подходит мне. Ну, пускай будет такой персонаж. Прическа. Так, прическа. Даже не знаю какая. Что-то, наверное, ближе. Ближе к этой пускай будет. Так, цвет волос. Пускай будет такой. Все, есть. О, даже имя, смотрите, уже высветилось. А, интересно, поменять. Подождите, можно? Как-то чуть-чуть. Тыц. А ну-ка. Отлично. Все поменялось, начинаем игру. Сначала, как обычно, здесь обучающие, наверное, уровни, да? Ух ты. Так, добро пожаловать в теневой отряд. Боец первый в своем роде во всем легионе. Да, сэр. Меня зовут Гизма, и мы будем служить вместе. Хочешь подраться? Я здесь, чтобы проверить тебя. Да запросто. Говори, что делать. А, так, подходим и... Опа! У него меч, вообще страшно его бить. Так, пните его. Нужно нажать вниз и ногой. Гизма блокирует твои удары. Попробуй бросить его, чтобы пробить его защиту. Так, подойдите и бросьте, получается. Вплотную подойти и... Опа! Порядок. Не, ну графика, конечно, классная. Ну ладненько, а теперь давай драться по-настоящему. Ага, хоть меч положил. Ой-ой-ой. Да что ж такое, а? Да что ж ты делаешь, а? Это чё он вообще лезет сюда? Так, что с ним? Эй, меня заглючило. Эй, ты куда? Люки, понятно. Так, а ну-ка. Пора показать ему, где раки зимуют. Ох ты, не получилось в прыжке его ударить. Здесь нужно что-то попроще. Ой-ой, по почкам ему. Что, сразу с удара выбил? Ну ничего. Да, легкая победа, потому что это обучение. И вот, смотрите, получаю первый свой опыт. Да еще и награды. И что это? Мне дали мечи и доспехи. Класс. Ой. Так, быстро учишься. Давай посмотрим, что ты еще можешь использовать в поединке. Надень экипировку. Так, надеваем доспехи и берем мечи. Все. Так, дальше. Отлично, Гизма уже ждет тебя. Так. Гизма может тренироваться день и ночь, а ты не двигайся и блокируй мои удары. Как это? А как? Ага, просто получается что? Двигаться, он сам блокирует. Прикольно. Так, может, хватит уже? Опа! Ой-ой-ой. Что ж такое? Не достал немного. Ну, в общем, порядок. Вырубили его. Этот раз без глюков.
подзаработал еще немного опыта, награда. В общем, можно жить, да? Итак, может из тебя и выйдет какой-то толк, а пока нам надо в магазин. Что у нас в магазине? А, покупай бустер-паки, чтобы получать новую экипировку и улучшать уже ему имеющиеся. 1000 монет, да? Редкий, глава 1. Открываем. Прикольно. Так. Доспехи обычные. Закрытый шлем, редкий предмет. Парные мечи. Еще, да? И редкий какой-то костюм. Ладно, что я могу одеть, получается? Ты получил шлем. Носить шлем очень важно, ведь он защищает от удара в голову. Надень его. Ну, логично, да? Дальше, что с экипировкой? Нас недолюбливают в Легионе, но первое задание уже есть. Разобраться с династами в бамбуковом лесу. Ну, ладно, раз мне не дают ничего больше одеть, будем проходить. Так, теневой отряд создан, чтобы принести победу Легиону. Мы добудем сферу, и династия лишится своего источника теневых сил. А, так, разберись с солдатами династии в бамбуковом лесу. А, сложность легко, награда 450 монет и 25 опыта. Ну что, попробуем? Первый наш реальный бой в третьей части. Ух ты! Это девочка или мальчик? Похоже на девочку, да? Ой. И она меня первая ударила. Почему я не взял мечи, слушайте? Что такое? А, это какую-то я могу способность применять, типа, да? И что это значит? А, чтобы использовать теневую способность шлема, я понял. Я просто не прочитал сразу. Ух ты. Нормально такой шлем. Опять получается теневая способность, да? А, нет. Это у меня раз она была. Почему я все-таки не взял свои мечи? Кто скажет? Мне их не дали просто взять. Мы сразу отправили на карту. Ой-ой-ой, теперь она использует способность. Ничего себе. Так нечестно. Я пошутил ведь. Они специально меня заставили использовать способность. Ай, ну хватит, хватит. Что ж нас время блокирует, а? Опа! Порядок. Ну, еще разок. Ух ты, есть, все. Завалил ее. Так, это был первый раунд, да? По идее, два еще. Или нет? Нет, тут видите один раунд. Во второй части, я помню, было по два раунда. Итак. Редкий спецприем. Новая способность. Как всегда, пока все запомнишь, это была первая ласточка. Основные силы династии сейчас в районе ущелья. Нашим нужна помощь. А что нужно сделать? Получите уровень. Ага. Династия начала атаку. На передовой у них воины солнца. Они легкие и быстрые, но пары крепких ударов им хватит. Ну дайте мне одеться, слушайте. До сих пор мне не дали взять мечи. Опять такая же экипировка. А, все, я с мечами. Отлично. Ух ты, нормально. Да хватит, хватит уже, хватит, хватит меня бить. Да я тебя должен бить, слушай, друг. Опа. Ну да, пару ударов и мечи повылетали. Ну, сдаешься? Сдается. Так это правда? Легион использует пользуется теневой энергией? Какая прелесть, мне не терпится сразиться с их теневым мастером.
Опа, раунд 2. Ну хоть жизни восстановили. Ничего себе. Ой-ой-ой. 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 Бабах. Ничего себе. Я даже ничего не мог сделать. Так и задумано. Ха-ха, обидно. Я отвлекла Дэн Рао. Отдышись, и ты сможешь взять реванш. Понятно, значит так и задумано. Джун. Меня зовут Джун. Династия не должна была нападать на вас. Это все Дэн Рао. И я здесь, чтобы остановить его. А она за них или за нас вообще? Так. Ладно. Так, мне нужна экипировка, да? Получается, у меня новое что-то есть или нет? Это у меня где-то. А, вот, получается, я могу одеть доспех горца для чего? А, это нужен второй уровень. А интересно, чем они отличаются? Атака без оружия, 7, защита тела. Может, вот это лучше, а ну-ка. Ну, просто так переоденусь. Прикольно смотрится, да? Ну и все, я так понимаю. А ладно. Мне осталось немного до второго уровня. Давайте я все-таки... Задание и миссия. Прежде чем браться за задание, тебе стоит улучшить свою экипировку при помощи сундуков, которые можно выиграть в дуэлях. Ну, давайте на дуэль. Итак, у меня вообще вот ничего нет, да, в дуэли. А там у чувака уже куча опыта. Ну-ка. Какой-то кинг. Ничего себе. Так, что ж такое? В общем, с ним надо поаккуратней. Я так понимаю, это живой игрок, да? В общем, хана тому живому игроку, он уже не живой. О, но! А я думал, он сейчас что-то вычудит. Но нет. Не вставай, не вставай, говорю. А, только видите, половина раунда, да? Раунд 2. А интересно, могу я использовать теневую энергию? Ну, да, давай, давай, давай. Да что ж ты делаешь, а? В общем, не получилось ничего. Придется старым добрым способом стрелять ему, да? Не вставай, говорю. Не вставай. Все. Не такой он уж оказался и крутой. Я круче. Ну-ка. Ой, а зачем мне так много нужно опыта? И далее обычный сундук. Ну, наверное, это нормально. О, вот ты получил сундук. Давай его откроем. Ну, давай. А, начать открытие. Вот оно что. Я могу напоминать тебе об открывшихся сундуках, если захочешь. С помощью кристаллов ты можешь открыть сундук сразу же. На этот раз это бесплатно. Ну, нормально. Открываем. Шаги колосса. Ой, а что это? Обычный доспех второй, да? И такой тоже еще один. И новый предмет. И новая способность. Так, а ну-ка. Сила 52. А здесь сила 38. Ну, как вы поняли, это лучше, да? Надеть. И давайте попробуем теперь. Меня пустят в задание или нет? А, видите, да, здесь сложность уже... А, это первое. Защити Гизма от легионеров, которым он проиграл в карты. Миссия «Карточный долг». А, получается разная, да? То есть здесь на каждой этой миссии... А, ах, премьера совсем скоро, но у нас никого нет на роль Кагуна.
А ведь это наш главный герой. Все истории про его подвиги, может, поможешь? Играть не надо, у нас на сцене считай поле боя. Во время своих странствий за океаном Кагун встретился с змееголовым чудищем, разлившим яд по всему своему логову. Кагун слабел на протяжении всего боя, змееголовый был быстрым и беспощадным противником. Не, я все-таки, наверное, пойду отбивать Гизма. И мне, кстати, за это дадут даже два вот этих кристалла каких-то, да? Так. Попробую-ка я еще раз. Как мне здесь получается использовать эти свои суперспособности? Почему-то у меня все-таки с мечами как-то получше получалось. Ой-ой-ой. Да что ж ты сделаешь? Ох ты. Это было неплохо. Так, а ну-ка перестань, перестань меня бить. Опа, вот это, блин, я думал, что я ее вырублю. Да что ж такое, слушай, слушай, перестань, перестань. Вот это она меня выбила, я же ее почти победил. Я хотел использовать эти суперспособности, и ничего не получилось. Блин. Так, как ее использовать вообще, а? Стоять, а что ж ты делаешь? Смотри, сразу у меня половина жизни сняла. Ну, так не дело. В общем, мне рано еще с ней воевать. Иногда даже получается. Ох ты, у нее мечи даже вывалились. Так она и ногами неплохо дерется. Фух. Но не в этот раз. Не вставай, давай скажи, что я выиграл, и иди домой. Вот Гизма, блин, знает, с кем играть в карты. Ух ты. О, молодца. Ой, ну. А ну что ж ты делаешь, все так хорошо получалось, а? Опа, опа, поехали, поехали. Класс, суперспособность мне помогает. Ну, еще разок, пожалуйста, и... Фух, все, я это сделал. Я это сделал, молодца. Класс. Так, два каких-то он этих рубина дали, монеток. И укрепленный доспех дали. И шлем крутой. Улучшенный какой-то доспех и бонусную карту. А, это можно за рекламу посмотреть, да? А, ну, кстати, советую всегда смотреть в этих таких играх за рекламу, когда можно, чтобы вещи дали. Видите, мне дали он какой-то меч 3-го уровня, серебряный шквал. И считайте, что бесплатно, да? Так, получается, я могу себя экипировать. Так, что у нас? 22 сила, 17-19 защита. А здесь... А, получается, просто поменяли типа фракцию, да? Ладно. А что в доспехах? 48, 58, 66. Ага, могу одеть. И у меня, кстати, новые способности, да? Как их узнать? А, получается... Ну, это, наверное, все-таки я пока не буду применять. Вдруг она... Мне понадобится еще. Так, ладно, ну что ж, задание. Получается, сразись. А, сыграй с Гизма в игру его детства. Можно будет через 6 часов. А пока пойдем сразимся с этим змееголовым, которым я не хотел сражаться, но я все-таки попробую. Я с какой стороны, подождите. О, класс, смотрите, у меня это копье. Ой. Я могу просто его не подпускать к себе, да? Я хотел его ногами побить, но в общем, видите, что это вышло.
Да что ж такое, смотрите, комбо, комбо, комбо. Ничего себе, то есть он меня взял и одним комбо убил 16 раз. Как это? Раунд 2, ха. Да что ж ты делаешь? Блин. Как-то он слабо бьет, моя эта пика. Видите, нужно не давать ему вставать. Ой-ой-ой. Так нечестно. Да, что ж ты сделаешь, ну? Ой-ой-ой, вы это видели? Да. Чалька. Ну как? Мне ты понравился в этом образе, прям как будто сам Кагун явился из Долины Героев. А мне не очень, я проиграл. Ты только помни, что противники здесь актеры, а то заколешь кого в лагере. Кто переодеться после выступления забыл. Ага. Я забыл, что это у нас актеры, да? Я играл как актер. Игровка у меня была актерская, да? А, в общем, мне нужно, я так понимаю, все-таки здесь взять еще дуэль провести. Для того, чтобы я мог поднять уровень. А подниму уровень, смогу одеть экипировку второго уровня, тогда уже смогу воевать с этими всеми крутыми перцами, да? Ай, что ж ты делаешь? Стоять! Ох ты! Это было шикарно просто. Все, порубал его на фарш. Вот видите, с противниками приблизительно равными со своими я разбираюсь легко. А вот по заданию мне еще не хватает немного сынишек. Идти, да? Ох ты! Ага, он хочет применить суперспособность свою. Но я ему стараюсь это не дать сделать. Да что ж ты делаешь, а? А, все, у него закончилась мана уже. Все, спекся, чувачок. Так, интересно, если бы я получу 200 опыта, что это будет значить? Так, обычный сундук я получаю. Пускай открывается. Так, дальше. У меня еще не... А, карты. Я могу купить карту. Давайте куплю. Комплект. Открываю. Что мне дают? Ну-ка. Это у меня уже... А, это я использовал. Куку змеи способность. О! Улучшенные какие-то эти лабрисы, получается. Доспех горца улучшенный. И простой меч. Что-то мне не нравится. Получается, эти у меня не улучшенные. А доспех? Доспех, наверное, улучшился. Ну, в общем, ладно. Так, как же мне получить опыт? Мне нужно... А, опять ты. И где твоя подружка Дэн Рао? Дэн Рао, понимаешь ли ты, насколько ужасную ошибку совершил? Моя ошибка лишь в том, что я работаю на неблагодарную династию. Только у меня хватило решимости напасть на Легион первым. Получается, здесь два вида заданий, да? Одно, как воевать с Легионом, а второе... В общем, там... идти по заданиям. Так, ладно, еще хочу я провести две дуэли, чтобы посмотреть, что будет, когда получу вот эти 200 опыта. А основную сеть заданий уже буду проходить в следующий раз. Ну,
Ну-ка, Дани. Значит, я, по-моему, с этим Дани уже воевал. Так что я ослабился, я думал, может он захочет со мной в рукопашную идти. А он подпер, Все-таки у меня помощнее будут топорики эти. Что, хочешь способность применить свою? А, смотрите, А. В общем, оно ему не помогло. Так, а почему мне не, не применить способность? Смотрите. Ну, а что не так? Короче, я пока не умею еще их применять нормально. Взял ману свою просто. Опа, и... Хана ему. Все, сдавайся. Так, плюс 60, и получается серия побед еще, да? Сундук новый, награда, монетки. И получается, мне еще нужно одну дуэль провести, чтобы рейтинг получить за что-то там, в общем. Так. В бой. Надеюсь, это будет опять не Даня. Нет. Какой-то там Ливис Кипер. А что ж такое? Видно, что он покруче. Чем этот Даня. Ох, с колена неплохо его так сделал. Ой-ой-ой. Это было больно. В общем, все. А сейчас постараюсь использовать свою суперспособность. Только как это делать, я, в общем, нужно учиться. Ну-ка. Ух ты, а почему не получилось? Вы это видели? В общем, не знаю, почему не получилось. Я старался. Ну-ка, ну-ка. Ох ты. Есть. Почему-то с такими игроками срабатывает, а с этими по заданию боссами пока мисс нет. Итак, смотрите, вот у меня 200... Есть? А, новый дан, я понял. А что он дает мне? То есть, типа, новый... А, редкий сундук. Теперь необычный, а редкий сундук я получаю. Ясно. Так, ну что ж, друзья, я думаю, на сегодня наш обзор можно завершать. Как бы игра классная, игра интересная. Тут есть в чем разбираться, в чем учиться. А если вам понравилась она, если вы хотите видеть полное прохождение этой игры в нашем исполнении, то пишите об этом, поддерживайте это видео своими лайками, не забывайте делиться с другими детками, также подписывайтесь, не пропускайте наши новинки. Очень скоро новые интересные игры на нашем канале, поэтому оставайтесь с нами. Пока-пока, до новых встреч!